первый мы едем в городе Геленджик. Это съезд всех, кто летает. Что случилось, Лера? Хотела заправиться на половине и пропустила заправку. Все, заправки нет, осталось топливо просто. 0 километров! Лера, меня пугает. 0 километров. Ноль километров! Я нервничаю, блин! Все, бен закончился. Он выстрелил. Лера, нельзя материться. Сейчас вообще не до этого, он больше газ не дает. Все. Мы катимся на остаточной херни. Я не знаю, сколько мы еще докатимся. Но нам еще 3 километра. Кто-то из нас идет пешком. Кто-то из нас идет пешком, и догадайтесь, кто это! Грибы! Грибы? Нам нужны грибы! Километра до заправки, и у нас, конечно же, закончился бензин, и мы будем что-то откуда-то переливать или находить. Мы просто едем. Кто у нас самый лучший водитель? Мы кого-то послушали, да? Много заправок. Да, много заправок. Можем не переживать. И мы тут как улитки. 1,5 километра осталось. Самое обидное. 1,5 километра. Так с бензином нормально будет? Нет. С бензином должно быть нормально. А, с бензином должно быть нормально. Если мы сейчас найдем бензин, все хорошо, да? Не останавливаются, а? Я полчаса стою, никто не останавливается. Лер, мне кажется, люди как-то приближаются, останавливаются, видят на мое лицо и проезжают. Это почему так? Блин, никто не останавливается. Придется тебе выходить. Сань, давай, может, ты выйдешь, проголосуй. Давай, сейчас проголосую. А? Давай, ты посветлее как-то, это, поинтереснее, да. Вот с этой табличкой, да. Кто-то нам остановился. Вот сейчас Саня поехал. Ну я что? Такси вызвала. Ты такси вызвала? Отменяем вот сюда. А что он сказал только что, я не понял. Он поехал. Да? Заправил. Че, давай тогда клеить наклейку. Сейчас будем клеить наклейку. Так, посмотрите, что значит кривые руки. Короче, Саша пропал. Вообще его уже нету час. И просто уже холодно становится, я уже куртку надела, машина не заводится, и, блин, что делать в такой ситуации? Вот Саша прислал 30 минут назад видео. Вот мы едем за бензином. Бензин кончился. Мы скоро приедем. Надеюсь, что всех спасут. Ты веришь ему, нет? Но он последний раз сказал, что заправка рядом. Судя по тому, что мы стоим тут, я уже не знаю, верить ему или нет.
нам приехал бензин. Я еще грибов захватил там. Ты грибы захватил? Итак, дамы и господа, рекордный трюк. Километра. Я буду вонять. По нашему району, да? Ну, по вашему району, не знаю, сейчас закрыто вроде как. Можете через дорогу. Нужна какая-то тряпка. Я бензином проводил. Нет, нет. Вот смотри, это братья по несчастью. Километра. Братья по несчастью. Вот смотрим. Тоже, да. А сколько дотянем на литр? Поделимся бензином? Да, поделимся. А нам хватит завести хотя бы. Ну что, довольна, Лера? Я пока до сих пор раньше жду. Да? Следующая сотрудка непонятна. А я уже есть или все-таки нет? Ты уже тут. Эффектного появления не получится. Нет, почему? Я, в принципе, эффектно появиться с канистрой. Почему хороший для тебя? Лера, как тебе каждый раз за дороги платить? Пип. Пляж там очистит, будет очень удобно. Спускаться тоже удобно. И отправляет один эмодзи лицо в темных очках и один эмодзи жест окей. Ну что, я думаю, что остальное пользоваться умеешь. Ну что, ребят, смена локации? Ну, да. Или смена водителей? Смена водителей. Да. Сидим, пока не понимаем, что будет дальше. Что будет так, дальше? Так, аккуратно прицеп. Ростовское радио! Мада, что там? Мада Раша. Мы подъезжаем к нашей локации. Куда мы приехали? Гараж номер один. Гараж номер один? Посмотри, какая-то. До конца маршрута осталось 300 метров. Ростов вообще прекрасный город. Что? Что? Вы видите, чемпионка мира. Пока я не видела. Олег, очень приятно говорить, что вот у нас топовое место вообще, да? Посреди парков. Ну вот мы приехали в Ростов. Фу, наконец-то. Устал? Нет. Нет? Да. Ага, блин. Это конец первого дня, и наше путешествие только начинается. Только начинается. Давай самый главный итог первого дня одним словом. Вперед. Вот это вот Лера проснулась. И восхитилась прекрасным видом. Доброе утро. Ну что, ты уже готова заряд? К бою? Давай. Фитнес. Фитнес раз, от Леры Вершининой. Три. Четыре. Нет того, набираю, что я ем. Набираю так, что я не смогу съесть. Это мое. Не урони. Лови. Постеснялся много брать, потому что, типа, я буду питаться вот так вот и постройнее, как она. Ты блинчики не снял. Да? Это ж твои, нет? Это не мои. Ты урезал твой рацион с видеокамеры. Одно, второе, третье, четвертое, ну да. План есть, да? План есть. Это можно уже не снимать, потому что все остальное вы увидите в других соцсетях. И немного под другим углом. Вот так. Ну, как я в красной шапке, с канистрой.
Нет, что ты палишь постоянно? Нет, мне просто картинка нравится, красивая здесь. Слышишь, папарацци. Кто узнает эту песню? Я нет. Нет? Нет. А так? Я слышал ее, но я не знаю эту песню. Прямо сейчас обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Поехали! Это что? Это Кавказские горы! Мы приехали в республику Адыгея и решили снять классный контент. Вот зайчик ТикТока! Мы в Геленджике! Мы в Геленджике, да? Мы в Геленджике. Мы в Геленджике. Ребят, сколько часов? Мы в Геленджике. Мы ехали в 2 суток. Сколько не спали. Шучу, спали. Долго спали. До обеда спали. Почему ехали до обеда? 6+12. 18 часов мы ехали, да? 18 часов дороги, и мы в Геленджике. Посмотрите, это с ребят. С учетом того, что произошло раньше. А что произошло раньше? Ну, вы перемотайте. Да? Давай, вот смотрите, вот какой вид классный из этих, из люка. Высадить. Зелень, зелень. Надо где-то тормозить. Я ожидаю такое. Что? У нас смена водителей сейчас произойдет. Да, я совсем не устал. Российский Голливуд. Геленджик, добро пожаловать. Машина, машина, иди сюда. Будь аккуратен. Смена водителя и смена личности. Нет, мы покрасили ее армянской краской. Что же делать? Саша, вот ты водил, да? Ты же блондин. Мне кажется, ты заразил руль чем-то. Может, это передается? Лера. Он не блондин. АЗС, АЗС, наша любимая песня. АЗС, это просто наша песня. Пропустили бы АЗС. Больше так не будет. Жужжали, жужжали мы на... До конца маршрута осталось 300 метров. Вот мы приехали, наш пансионат. А тут стоит какая-то неизвестная девушка. Здравствуйте. Привет. По-моему, он в шоке. Как обстановочка? Обстановка по кайфу. На-на-на-на-на-на. Смотрите, сколько пакетиков. Ну, Лера, помоги человеку. Ну, будь человеком. А мы уже на море. Заехали. Мы заехали на час.